Девчонки, я эту распаковку ждала почти 3 дня, потому что мы их купили 13-го. У нас не было времени это распаковать на камеру. И вчера мы были уставшие в Карелии, и только сейчас я смогла их открыть. Поэтому это очень для меня долгожданная распаковка. Девчонки, всем огромный привет! Это видео хочу начать с покупки, как вы уже поняли по названию. Сегодня у нас уже 15 июля, времечко 10:14. Хочу на память оставить этот момент, как я буду открывать эти просто прекрасные часики. Сразу хочу сказать, эти часы, это как подарок от моих родителей, потому что я любительница откладывать денежку. Мне день рождения было в феврале, и как раз-таки родители мне подарили денежки. Я как обычно в копилочку, и вот эта копилочка пригодилась. Поэтому моя любовь к накоплению, это очень даже хорошо. Ну что, давайте открывать. А, кстати, мы их уже вскрывали, я специально не открывала ремешок, а открывали мы из-за таможни, чтобы не подумали, что мы везем это все на продажу. Тут я уже видела, как это все выглядит. Две коробочки, вот такие вот. Вот такая внутри коробочка. Сейчас скажу, это Silver семерка на 45 миллиметров. Вот здесь вот будет видно. Кому может интересно, разбираются в часах. Потому что мы нет, просто взяли те, которые нам хватило денежек. Там еще какие-то были, но в переводе на наши там что ли 100 тысяч рублей, то ли что-то такое. Мы такие, не-не-не. До этого я ходила 2,5 года, чтобы вы не подумали, что у нас там вот такие часы постоянно. 2,5 года с Mi Band 4. Вот такие, фокусируйся. Вот, они мне нравились, они ничем не хуже. Типа, если бы мы не поехали в поездку, мы бы не покупали вот эти часы. Вот, просто так сошли звезды, что там дешевле, чем здесь купить. Вот, так, давайте открывать. Здесь я тоже распаковывала немножко, открыла именно ту часть защиты. Та-дам! Вот я начала говорить, сколько они стоили. На дирхам, то есть это местная валюта в Объединенных Эмиратах. Они такие серенькие, прикольные. Следующее, что здесь у нас, это зарядка. Ой, точнее, правила использования, да? Эксплуатации. Да, вот как их тут включить, сейчас будем включать. И само зарядное устройство. Сами часики. Давайте достанем ремешок. Вот тут я его уже не открывала. Та-дам! Это так красиво запаковано, я вообще в шоке. Ну, айфоны умеют запаковывать красиво. Кстати, вот эти часы, они уже шли без защитной пленки изначально, якобы они за экологию и все такое. Достаем ремешок. Ти-дин. Так, там пусто-пусто. Вау. Такая у нас инструкция. Так, а дальше что? Та-дам! Ого, сразу два. А, типа на маленькую руку, на большую. Ну, мне на маленькую, скорее всего. Все, давайте попробуем. Вот тут еще на ремешке была вот такая вот защита. Сейчас. Чинь. Кстати, довольно просто они вставляются, только я не знаю, какой стороной. Типа во внутреннюю часть. Да, скорее всего, во внутреннюю. Просто вот так вот. А нет, сейчас посмотрю, где датчик. Так, тут и туда вот так. Так вот, тирин-тин-тинь. Все. Легкий щелчок, и они готовы. Блин, какая красота. Сейчас они включатся, у них такой огромный циферблат. Там были еще поменьше, но мне почему-то понравились вот такие вот большие. Все, они включаются. Цена особо не отличается от той цены, которая представлена в России. Эти часики обошлись, часы поприветствовали телефон, я сейчас выбираю язык, нажимаем русский, установить на Apple Watch русский язык, да,
Так, используйте свой iPhone для настройки этих часов. Продолжить. Настроить для себя. Поместите Apple Watch в рамку. Регион Россия. Спустя несколько минут я разобралась, что куда нажать. Посмотрите, у меня тут получается какое-то облачко. Сейчас. Вот. Его надо будет поместить в рамку, как я поняла. Сейчас посмотрим. Пара с Apple Watch создана. Вау, смотрите. Я извиняюсь, что я так реагирую, просто, ну, блин, это очень красиво. На какой руке вы носите Apple Watch? На левой. Продолжить. Грузится. По поводу цены. Эти часики стоили 1699 дирхам. В рубли вы увидите сейчас на экране, потому что я сразу не смогу это перевести в рубли. Но, так как мы посчитали с Димой, по нынешнему курсу очень... плохая скидка. Типа, был бы раньше курс, мы бы купили намного лучше, как я поняла, могу ошибаться. И то, как мы посчитали, эти часики нам обошлись на 10 тысяч дешевле в рублях, чем бы мы купили здесь, в России. Условия приложения так, принять. Ля-ля-ля-ля. Пока идет синхронизация часиков с телефоном, хочу еще добавить вот что. В Дубае, именно в любом магазине, например, если брать Дубай Молл, по которому мы просто проходились, там в большинстве случаев часики вот эти не представлены, то есть их нельзя потрогать, посмотреть. Только единственный, по-моему, магазин был, где они вот так вот, ну, можно было на них посмотреть, и они стоили где-то на 200-100 дирхам дороже. Вот, а обычно это выставочная такая панель, где написаны серии часов и их цена просто, без фотографий, без всего, тупо информация. Вот такой вот нюанс. Ладно, на этом моя распаковка, наверное, закончится. Я сейчас буду заниматься домашними делами, мы все-таки приехали, нужно убрать квартиру, убрать вещи, стирку поставить и все такое. Встретимся уже, когда часики будут работать, и такие вот дела. Девчонки, времечко почти 11. Я сняла распаковочку на фотоаппарат, чтобы качество было получше. У меня сейчас там закончились минуты, поэтому я продолжу сегодняшний день на телефоне. Я уже чуть-чуть разобралась в часиках. У них прошла полная синхронизация с телефоном. Сейчас они выглядят вот так. Я поставила свинку, потому что, ну, я немножко поправилась. Я сейчас начала доставать с коробки зарядное устройство. И я в первый раз вижу вот такую зарядку. Сюда не входит блок питания, но я думаю, от ноутбука его можно будет заряжать. Ого! Сейчас в Телеграм у меня что-то пришло, одно из моих подписок, и это пришло на часы. Так прикольно. В общем, это можно заряжать от ноутбука, как я поняла. Но вот такую зарядочку я вижу первый раз. Я при распаковке на нее не обратила внимания, думала, там просто шнур, а нет, тут такая вот подставочка для, именно для часов. Как я уже сказала, я хочу немножко прибраться, разобрать вещи. Вот, и немножко полежать. Я Леську увидела. Смотрите, им, наверное, жарко. И не вот так вот лежать. Да, надо везде пропылесосить, потому что за неделю пыли нападало, балкон был открыт. Да, Лисюндель, сладушки мои, отдыхайте, зайчики. Девчонки, времечко уже 8 вечера. У меня было только всего 2 стирочки, я немножко прибралась на полках, убрала то, что мы купили в подарок. Вот то, что я возьму завтра девчонкам по монетке и что-то с Леголенда на работу. И все, я уснула, короче, благополучно. Да, печальненько. Сейчас поговорила с мамой, с папой. Дима пришел с работы. Сегодня первый день был рабочий. Да, пролетел как-то быстро. Угу. Попробовали уже голубцы. Извиняюсь, что в таком виде. Я просто собралась в душ и не хочу мочить волосы, потому что я их все-таки мыла вчера. И сейчас буду стараться каждый день их не намывать. Еще знаете, какую красоту Дима принес? Я обожаю такие цветочки. Все, такой день будет маленький, поэтому сейчас схожу в душ. Вообще у нас по планам, типа, пообедать где-то чуть позже.
намного позже. Мы обычно обедаем где-то 10:30. Вот, и досмотреть второй сезон закрытой школы. Там аж 3 часа, и я хочу успеть это сделать сегодня. Вот так что такие дела. Не знаю, наверное, еще вечером встретимся. А сейчас пока как-то вот так. Девчонки, всем привет. Сегодня у нас уже 19-е, вторник, июля. Время 20:48. Мы тут с Дубаевичем сидим, отдыхаем, высыпаемся, потому что все предыдущие дни я не записывала. У меня вчера был тоже выходной. А до этого, после прилета, я работала 2 дня полных. Вот. Поэтому ничего не записывала из-за того, что хотела смонтировать предыдущие дни. Потому что их очень много, и там очень большие видосы получались. То есть материала было где-то до 2 часов. 1:40, 1:30. И я их всех дожимала просто максимально. Хотела бы, чтобы было 40 минут или поменьше. Вот. Сегодня я большую часть дня, наверное, проспала. Посмотрела фильм. Я не вспомню, какой. Но там в главных ролях Павел Прилучный и девушка. Ее звали Женя в «Папиных дочках». Короче, фильм такой странноватый. Вот, немножко в маньячину какую-то уходит. Ну, ладно, не об этом сейчас. Погода за окном плохая. Идет дождик. Я хотела прогуляться уже второй день подряд, чтобы не сидеть прям дома-дома в ноутбук, чтобы не втыкать, потому что глаза просто на лоб лезут из-за монтажа. Хотя я там особо, ну, типа, круто не монтирую, круто не умею, потому что... Но стараюсь, это все равно как-никак выматывает. Вот. Солнышка нет, все тучками затянуло. А, мы, кстати, с Димой уже на 3-м сезоне закрытой школы. Где-то на 5-й серии. Да, на 5-й, 6-й серии. Вот. Так что такие вот дела. Хотели сегодня снять 2 видоса на тему нашей поездки. Попробовать сладости, которые мы привезли там чуть-чуть. Но что-то пошло не так, потому что Диму вызвали на работу. Вот, там никак не получилось перенести заявку. Вот, поэтому Дима до сих пор на работе, а время уже, как я говорю, скоро 9 будет. Такие вот дела. Да. Завтра на работу. Завтра я, прикиньте, буду работать до 8. Не до 9, а до 8. Потому что у нас будет что-то там обработка. Но я так полагаю, пока мы все закроем, как раз будет 9. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так что не скучайте. Завтра постараюсь заснять влог, как там, что у меня на работе происходит. Так что вот как-то так.